Завершили официальное празднование Дня Победы в Северодвинске акции «Свеча памяти». Участие приняли первые лица города, волонтеры, всего около 20 человек. Свечу установили у памятного знака ратному подвигу северодвинцев в годы Великой Отечественной войны. 12 лет подряд город Северодвинск присоединяется к общероссийской акции «Свеча памяти. Минута молчания». И здесь у памятника ратному подвигу северодвинцев склоняет свои головы в дань уважения всем тем, кто не пощадил своей жизни ради мирного неба над головой. Из-за ограничительных мер большинству северодвинцев пришлось остаться дома. Для того, чтобы каждый смог почтить память победителей, была организована прямая видеотрансляция акции.